Полиция Таиланда арестовала 41-летнего гражданина России Дмитрия Ишмухаметова, подозреваемого в Российской Федерации в вымогательстве. 41-летний Дмитрий Ишмухаметов въехал в Таиланд по поддельному чешскому паспорту. Он проживал на юго-востоке провинции Чонбури и занимался куплей и продажей недвижимости. Запрос на арест преступника полицейские Таиланда получили от Российской Федерации. Правоохранительные органы Таиланда также со своей стороны подозревают Дмитрия Ишмухаметова в подделке документов и введении трудовой деятельности без соответствующего разрешения.